ДР крутится. Вольтерна обнаружили, сейчас будем убивать. Вот тут нет. От точки 1.1c на 50-60. Вера, сдавай. А мы его выбьем с М2? Конечно, да. Ты карту. На холме прям стоит. Сейчас давай работаем. Что, бета что ли выбить надо, да? Уже выбили бета. А, уже выбили. Короче, на горке никого не было. Вот снайп. Да, это свой вроде. Нет. Сядем уже только быстро. Это... Сейчас попробуем бета захватить. Я тоже об этом говорю. А откуда стрелял снайпер? Ну, снайпер, скорее всего, на 40, где вот ДРК вот это стоит, там здание. Внизу стройки, с левой стороны. С гранатометом.
А, там УАЗик стоит. Да, там еще УАЗик стоит. От меня не вот, справа, короче. И живой. Мне кто-то подбегает, ты Вера сзади? Да. Окей, не убей, я впереди развал. Справа откуда-то шмалял. Ну, с триггера. С железки. Ой. В железке сидит. Блядь, что такое хаммер бессмертный? Я не понял. Кто там такой бессмертный? Я не понял. Он живой вообще? Убил его. Едет по мне, стреляет вот наглый. И спектакля нет. В смысле нету, есть. А на что нажать надо? А то я просто умер и все. Маддок, ты что, сдох, что ли? Смотрю, у нас.
У АТРК никого нету. С такой дистанции не убит, это ж пипец же. Все, мы просрали. Я его еле видел, блин. Ой, а синие-то просрали, да, синие-то? Да, мы походу просрали, сейчас они это уничтожат. Вот они ползут, дед. Блин, я так и знал, что высадка у них тут была где-то. Пешком, пешком дошли? Ах, блин, это пипец. Чем я пошел на этот хаммер? Ну я там одному привалил у хаммера, да? Да. Че мне половины не видно бойцов? Да-да, сделал. Я слышал, он здесь останавливается, я думал, он высадку сделал. Со 13 это наш выбор, что ли там? Да. Там вообще бессмертная, она едет, я в нее попадаю. Все причем. Он колеса взял и сбил. Нормально. Не знаю, я не понимаю, как меня могли увидеть с обычным, блядь, М2. Что я там сделал? Лежа. Он сейчас выбит. Смотри, сейчас выбит. 13-й выбит. Ну давай, пускай. Давай, Алекс, давай. Алекс. Убивай, Алекс. Ну, убивай. Пуск. Ну, давай же. Бля. Ну что ты пуск сделал? Типа смотри, да. А что, я беттер выбил, да, захваченный? И что, и хаммер там выбил? Не. Ой, сейчас уничтожу. А, не перезарядил. Ой, перезарядиться. Перезарядиться забыл. Не, хаммер ты тот, который стрелял, ты там раненый был и жестко на него выбил. Да, я уж понял. А бета? Бета, походу, да. Забыл, как ты съездил. По ботам стреляет. Ну ты приотачен, ты тот поделок, как ядерным взрывом. У нас еще ДШК есть. Прок стреляет за ХПГ. Мимо. Ой, это шипец. Я же говорил, надо было РПГ мне это отдать. Что надо было? РПГ отдать мне. Кому, не? Не. Ага. Так и знал, что приедет ко мне. Я вообще не понимаю, как меня с такой дистанции лежа могли увидеть вообще. Непонятно. С М2 тем более. А на соптика еще раз, понятно. Кого это на соптика? Так почувствовал, что там было. Может, меня лежа как-то. Ой, Карыча убили. Почти. Боюсь, что ли? О, сейчас на него наедет. Прям на него едет.
езжай, езжай, прям езжай, езжай, езжай. Ну почему не стоит? Блин. Сейчас Брок будет опять стрелять. Мимо. В тандемке. Не, не в тандемке. А это фугаза был? Все, еще один зарал. Наверное. Давай, Брок. Да. О. Да что-то вроде стреляли, да падали. Эй, все, кончился. Блин, опознан бы, прошел сознание. Он бы там всех покарал. Ну, Брок. Ой. Тихо, да? Клац. Не, ранен. Не-не, ничего. Ну, Брок, давай еще одну. То есть, чего он стрелял-то? Да так же там, там, да. Попасть в голову не может. Благодарю. Свои, свои стреляют. Свои, да? Пять кругов. Махло, махло стреляет. Свои. Что ж ты такой плохой стрелок-то? Ну, Брок, ну. Да что ты стреляешь? Такие умные затягивали. Бля. Задавило. Кого-то там придавило чуть-чуть. Да, МК. Ну, сейчас до ШК еще найдут. Опоздан-то здесь, сейчас он пришел. Сейчас его добьют. О, сел к нему. Вообще, говорит, в кольцо. Что такое, я как не понял. Ну-ка. А, во. Блин, у него еще и труба была опоздан. Че, че, че говоришь, куда? Да Брок вообще плёс. Ох, она работает. Не сажусь, что это кошка смотрит. Нога же. Все, Брока, да, за дело. Не погни миномет развернуть, его что можно. Так и да. Мах. А кто Махно подстрелил? Так это МК, наверное, постреляла.
Все, хана. Вот двоих. Короче. Изи.